Вон один из наших кустов краснотала. Красавец стоит. И здесь поляночка у нас такая. Кустов много. Вроде. Вот такой красавчик. Что значит вовремя? Вовремя срезанный. Да, весь неветвистый. Кусты примерно 1,5 метра. Да, да, да. Где-то 1,5. Ну, конечно, ой, конечно, разные есть в кустах. Ну вот, вот примерно вот так он растет. Здесь кусты. Вон все, все, все это. Весь однолетний пруд. Красавчик. Наш самый любимый краснотал. Даже не представляем, что мы без него делали. Вот такие кусты. Крупненькие. Посмотрим, что у нас тут выросло. Ну, красавец. Просто. Просто. Иногда диву даешься, да. Пшеничное поле. Красавец. Ну, так примерно. Это одно из наших да, краснотальных мест. Белого здесь нет. Здесь песчаная почва, белый здесь редкость. Отдельные кустики попадаются. Это как возле белого отдельные кустики краснотала попадаются, так в местах краснотала редко попадается отдельный белый пруд.